Здравствуйте. Сегодня укоренившиеся черенки будут рассаживать в землю. Вот эти три черенка я уже рассадил, и вот еще один черенок, рассажу его в землю. Итак, что для этого нужно? Для этого я взял вот такой кусочек целлофановой пленки. Она толстая, эта пленка. Пленку режем по длине две окружности туба и ширину полтора высоты этой емкость, которую мы будем делать. Сейчас я буду делать емкость из этой пленки для дальнейшей высадки укоренившихся черенков. Вот беру посередине и вот так заворачиваю. Вот. По окружности 2-2,5 раза вошло. Потом загиб делаю отсюда на канале. Вот так загну. И все. И не вынимаю. Так удобно. Берем сейчас керамзит. На дно керамзит засыпаем сюда. Керамзит я засыпаю сантиметров где-то 3. Вот так вот засыпал керамзит на дне. Все. Потом землю засыпаю сюда. Земля это вот такая с песком у меня. Песок и чернозем обыкновенный. Соотношение где-то 1 к 4 я сделал. Для винограда лучше делать более такую сыпучую смесь. Винограда это полезно будет. Корешки никогда у нас не загниют, не запресывают, кислород будет хорошо поступать сюда к черенкам. И в дальнейшем мы добьемся полноценного развития данного черенка. Все, вот так мы сделали. Теперь тубу это вынимаем. Все, вынули. Ставим его в необходимое место. Вот здесь он у меня будет стоять. Проливаем все это водой. Воду берем из талого снега или родниковой. Все, вода пропиталась у нас. Берем черенок, который для высадки. И теперь его будем высаживать. Ставим сюда. И сверху засыпаю я простым крупным песком. Ни чернозема, ничего. Это лучше и хорошо будет дышать корневая система данного виноградного черенка. И никогда он не заплесневает. И поливаю водой. Все, водой пролил. Все. Вот так эти черенки теперь я ставлю на подоконник. Ну вот и все. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.